Быть специалистом крупной энергетической компании, зарабатывать и не бояться будущего. Об этом нам поведал директор ульяновского филиала Т+ Марат Фиткулов. Он провел открытую лекцию для студентов строительного и энергетического факультетов политеха. Рассказал им про учебу на базовой кафедре компании и возможности дальнейшего профессионального роста в энергетике. Сегодняшнее мероприятие позволит им, во-первых, познакомиться с отраслью, познакомиться с компанией, которая точно социально ориентированная, гарантированная, что называется, с точки зрения фонда оплаты труда, здоровья, там, развития себя и так далее. Есть такие предприятия, есть коллективы, в которых действительно трудятся профессионалы, династиями, где есть постоянные совершенства, а самое главное – карьерный рост. Компания Т+ сотрудничает с кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции с 2019 года. Главной целью сотрудничества является совместная подготовка квалифицированных кадров, проведение преддипломных практик непосредственно на базе предприятия, а также проведение исследований и внедрение их в производство. Выпускники и строительного и энергетического факультета, они трудоустраиваются в компанию Т+, и не только, практически на всех предприятиях Ульяновской области топливно-энергетического комплекса работают наши выпускники. По вопросам трудоустройства в энергокомпанию звоните по номеру телефона 61 85 36. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.